Привет, меня зовут Дмитрий Ревякин. В этом видео речь пойдет о мольберте. Но это не совсем мольберт, это этюдник-мольберт. Хотелось бы отметить, что в этом видео будет показан зонтик, который поможет защитить вас от нежелательных солнечных лучей, когда вы находитесь на пленэре, от каких-то теней, которые попадают от деревьев на ваш холст и мешают вам заниматься живописью. Любой художник знает, что зонтик должен быть покрашен в какой-то серый либо черный цвет. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы рефлексы не падали на вашу картину. То есть, если зонтик будет, допустим, желтый или синий, то, соответственно, ваш холст окрасится в желтый или синий цвет. Чтобы этого не было, чтобы это предотвратить, нужен зонтик, который будет серенький и либо черный. Производители продают эти зонтики довольно за кругленькую сумму, то есть он стоит там от 2000 до 7000. Кстати говоря, в одном из видео в дальнейшем я покажу, как можно сделать из обычного зонта, который стоит там где-то 400-700 рублей, отличный зонт, который не будет уступать вот этим дорогостоящим зонтам для живописи на пленэре. Но вернемся к нашему видео. Здесь же у меня нету под рукой этого зонтика. Я использовал обычный дешевый зонт для показа, как можно его закрепить на мольберте. Вот, поэтому уж не обессудьте, так получилось. Ну, а если вам понравится это видео, то не забудьте поставить палец вверх, да, лайк, подписывайтесь на мой канал, и всего вам хорошего.